152-миллиметровая гаубица-пушка образца 1937 года, советская гаубица-пушка периода Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1937 по 1946 год, состояло или до сих пор состоит на вооружении армии многих стран мира, использовалось практически во всех значимых войнах и вооруженных конфликтах середины и конца 20 века. Этим орудием были вооружены самые мощные советские самоходные артиллерийские установки Великой Отечественной войны, Су-152 и Су-152. По мнению некоторой части артиллерийских экспертов, МЛ-20 входит в число лучших конструкций ствольной артиллерии за весь период ее существования. Даже более сдержанные оценки признают выдающуюся роль МЛ-20 в боевом применении и развитии советской артиллерии середины 20 века.